Ребята, в общем, у нас такая рождественская иллюминация в городе устроилась вокруг озера. Решили пройтись, посмотреть на эту всю красоту, как они подготовились. Вообще подготовки довольно рано начались, еще месяц назад. Тут у нас лебеди. И что приятно, вообще бесплатно так украшают города. У нас тоже, конечно, украшают, но не так, честно скажу, не так. Вот здесь, не знаю, видно вам или нет, такой домик на дереве украсили. Там статуэтки каких-то. Даже сложно сказать, кого, эльфов, не эльфов. Мы пойдем налево. Вон там детки в какой-то тоннель заходят. Вот здесь у нас такой стол установили, на котором можно посидеть с гирляндочкой. Вон там у нас на воде какие-то лотосы красные. Еще, кстати, вы можете слышать, проходимся здесь довольно-таки часто можно встретить русскую речь. То есть новогоднее настроение такое уже чуть-чуть домашнее. Да. Вот, кстати, тоже еще хочу сказать, что это только в одной части города, у нас какие у меня так устроили бесплатно. Вот в самом Ване, в Ванкувере, там платно, $10 вход, но там чуть-чуть побольше, там озеро. Там не вокруг озера, там вокруг парка. И в Бёрнаби, где мы раньше жили, там тоже такое же устроили. В общем, в каждом районе есть свое, и оно такое уникальное по своей тематике. Бёрнаби платно? Тоже бесплатно. Только не тот, что я надеюсь, возле библиотеки. Тот переулок там на 100 метров. Бабочка, смотрите. Мне кажется, если в Сёмике, а в Ванкувере платно, можно там просидеть. Возможно. Может, подойти фотки какие-то хотя бы. Ну ты зажрался, уже ему тут некрасиво. Видно вам или нет, там у нас фонтанчик посреди озера. Тоже не замерз еще. Там дерево у нас переливается. Пойдемте дальше. Да, кстати, Ванкувер самый такой азиатский город в Северной Америке. И вот Ричмонд, у них тоже своя инсталляция. Он там 70% населения там выходцы из Азии. Даже не китайцы, а китайцы там большинство, 50%, остальные 25% это филиппины, тайцы и тому подобное. Вот. И здесь тоже такое еще присутствует. И в принципе мне нравится, как все уживаются. Знаете, нету конфликтов таких каких-то расовых. Конфликты больше бытовые могут быть. Вот сейчас думаю пойти направо и потом обойти это все, вернуться вот сюда по этой дорожке и опять до озеро. Вот, кстати, тоже такая тематика. Я бы даже не сказал, что азиатская, больше такая native, американская такая и индианская, indigenous, так сказать. Такие вот ворота, похожи на ворота Тори. Ну, нет. Я столики какие-то. О, Санта. Там другие баксы, просто музыку хоть писала рождественная. Хоть настроение было больше. Да, вот Вован говорит, что у нас на Хэллоуин тут была тоже такая иллюминация хэллоуинская. Кто смотрел там на другом канале, то получается... Да, даже на этом же была ночью, помните, я снимал про Хэллоуин, там музыку хоть ставили, дым пускали так. Тут бы могли штучного снега накидать, было вообще огонь. Кстати, снег у нас растаял еще, по-моему, 3 дня назад. Ой. Кстати, ходим по газону теперь, они тоже сделали, что можно заходить на газон. Люди жалуются, что у них пальцы позамерзали. Хотя на самом деле сейчас где-то 0 градусов. Здесь вот, мне кажется, друзья, было бы сейчас идеально. Вот как у нас, знаете, в Одессе Парк Победы, когда замерзает, там можно на коньках кататься. Вот если бы вот это озеро замерзло, мне кажется, было бы аналогично. То есть сейчас бы все здесь на коньках стояли.
Вот смотрите, здесь у нас, в общем, такие палатки у нас здесь для обогрева. Если вы замерзли, пока гуляете, можете подойти, встать под лампой, постоять и погреться. Вот видите. Да, тепло. В общем, если замерзли, можете вот так зайти и согреться. Вот здесь у нас такой касл или форт, в общем, крепость. Там даже, если вы увидите, ребенок внутри зашел, гуляет. Здесь у нас, видите, дракон извергает огонь. Здесь у нас саночки с ко-фо-фо. И вот, кстати, в дополнение к той палатке, в которой ты стоишь, греешься, если замерз, то вот здесь также еще бесплатная уборная, что, как по мне кажется, очень приятный бонус, если там походил часик-два по морозу. Вот мы здесь видим такую инсталляцию под хоккейные ворота, что она говорит, что Ванкувер, он весь такой про хоккей. Здесь вообще очень мало спортивных площадок, я потом про это сделаю видео. Ну, хоть хоккей у них в почете. И сейчас вот, друзья, в общем, праздничное настроение, у кого-то супер праздничное, потому что мы проходим, хоть тут с детьми все гулят, но все равно запах марихуаны здесь, повсюду, так как она легальная. Чувствую, да, дорогая, отлично. Здесь она вокруг. Тоннели? Да. Так, а тоннели? Не. А ты тоннели круглый. Ну, хоть такие. Здесь у нас медвежонок по березке ползет. Здесь у нас семья бобрят. Там у нас была сова. Здесь эти тануки, как их, и еноты. О, здесь уже пошла чисто рождественская какая-то тематика. Иллюминации, каркасы прикольные. О, это позаметы. Блин, елка красиво сама растет. Понял? И нарядила. Вот это тоже круто. Хоть и такие большие гирлянды, красиво. Все уважаются, реально. Что? Елки спыздить. Верхушки елки вам не видно, ее до конца просто не докрасили гирляндами.